серіктестігінің директоры Ди Виктор Владимирович және Монгол Импекс компаниясына атқарушы. 11 октября в городе Нур-Султан состоялся казахстанско-монгольский бизнес-форум. Форум был посвящен торгово-экономическим отношениям двух стран, где в присутствии премьер-министров Казахстана и Монголии ТООДОС Фарм подписала соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области регистрации, реализации и продвижения наших лекарственных средств на территории Монголии. Это означает, что совместно с компанией ООО «Монгол М. Импекс» мы расширим ассортимент продукции ДОС Фарм в Республике Монголия. На форуме присутствовало около 200 компаний, из них было подписано всего 8 документов, и мы гордимся, что наш договор оказался среди них.